Всех приветствую на моем канале. Вчера с этого вот улья вышел рой, как я и говорил с утра, облет был, и потом после обеда к 5 вечера вышел рой, я его словил, но сажать вчера не стал, так как ветрено немного было, хотя погода была лучше, чем сегодня, не затучено так, сегодня все небо затянуто, но ветра нема почти, и решил я их посадить. Хотел все-таки сыпать назад в этот улей, но решил я отсадить. Будем сажать через разделительную решетку. Это отрезанная часть, что от корпусов отделят надставки. Отрезанная часть, зарешетил, так и получается. Сыпешь, матка остается. Нам надо слоить матку, чтобы посажу ее в клеточки наверх, на рамки положу. Потом через 10 дней, где-то 30 числа мне должны маток прислать, я их, этих маток, поподсаживаю. Сюда подсажу, заменю, будет в клеточке сидеть. Сюда заменю. И все два отводка заменю. 4 матки заказал. Карники. Неплодные, правда, они дешевле намного, но побачим. Облетятся у нас тоже нормальные будут. Лишь бы потом не роились. Вот Бакфаст уже второй год, вот Бакфаст, семья. Второй год уже не роятся нормально. Хотя в этом году немного зажал их, то мисочки оттянули, ну их расширяешь, они не роятся. Вот я хочу сделать, чтобы у меня были уже на пасеке семьи нероиливые, то надоело по деревьям лазить. Вот вчера покажу. Рой сел на ветку сюда. Ветка была высоко на выше, получается где-то метра 3. И нельзя было достать, колотил я, чтоб с этого слетели в районе, но они все равно назад прививались. В итоге я эту ветку подпилил аккуратно, она повисла вниз с гроздью пчел, так как они расползлись по всей ветке, когда я колотил. И эту я гроздь пчел уже на земле сусил в районе. И уже тогда они сбежали. Вот такая вот ветка была, это абрикос. Вся чистая была вот отсюда, и так вот отсюда засиженная пчелами. Рой здоровый будет. Вот ветку отпилю. Рой будет здоровый. Так что поставил сразу 16 рамок. 8 сота, 8 вощины. И будем высыпать. Матку мы отделим. Покуда словлю коробок, потом пойду клеточку сделаю с сетки. Ой, это я пчел наловил, с района не вылезли. Ну я сейчас вытрушу, потом буду рассказывать. Думал, злые будут, ночь просидели. Ничего. Но троек забыл сложить. Сейчас покажу, какой он. Раевня большая. Так что рой плотный. Сейчас я его сложу все-таки. Без мен в кармане лежит. Но уже без доски, покуда еще не трусил, так залажим его. Это наш без мен. На нулях. Вот, полная раевня у нас важит 8200. Видно, не видно, 8200. Сейчас трусим, побачим сколько. Второй где-то килограмма 3 по-любому. Так. Mm-hmm.
Опять прилетела матка шершня. Я думаю, где-то гула. Сейчас глянем. Я в этом улье уже одну задавил. Это, наверное, вторая поселилась. Это пустой улей. Она пускай стоит. Будем маток шершневых отлавливать потиху. Вот. Не видно. Наверное, приглядела тут все. Жилище тоже. О, со старого сот. Не сот, вернее, со старого этого. Со старого гнезда шершневого. А это вот сама матка задавил вечером в улье. Подошел на пасеку, гляжу, он сюда залез. Ну, я его и задавил на гнезде. Эта матка крупная. Кто пишет, что 8 сантиметров должна быть, то ошибается. Они где-то 4-3,5. И вот повезло мне, заглянул я сюда, тут у меня и клеточка старая лежит. Мы сюда матку и посадим, в эту клеточку. Сверху заткнуто порохном. Не знаю, может, не прогрызусь. Нормально. Походу, эта матка шершня прилетала, хочет поселиться. Ну, хай селится. Проще найти будет. В этом году уже, наверное, штук 8 я забил шершней маток. Сейчас поставлю камеру поближе. Так, селфи палку заткнули в землю. Вот так. Вот и клеточка наша. Это сетки я делал с бронзовой такой. Будем высыпать. Весь рой высыпался. Наша задача сейчас с вами это словить матку. Бачу. Трудно, конечно, будет в такой толпе, но мы ее словим. Сейчас у нас где-то 11 часов дня. Погода пасмурная, решил я пчел высыпать. И так как, наверное, раи не будут выходить в такую погоду, особенно первые, вторых не намечается уже, то поедем на рыбалку рыбу ловить. 18 числа сезон открылся, уже сколько дней, никак до речки не доберусь. Ну вот раек такой, можно уже в принципе раевню заважить. Там в районе сотни пчел осталось. Наша районе пустая важит 4600. 4600. Там было. А там у нас было 8200, кажется. Это получается 3800. Так я и думал, где-то около 4 килограмм пчел. Если брать на рамку пчел 200 грамм, то есть на рамку 250 грамм пчел, то получается на 4 килограмма как раз 16 рамок. Рой плотный, хороший, красивый. Тут и матка будет хорошая. Жалко ее, конечно, убирать, но хочу я подсадить им карнику. Карника, говорят, менее рейливая, больше дружелюбная. Так что будем карнику заселять. Потихоньку идут улей, решетка там так слабо. Это тот улей, что с зимы пчелы пропали. Там осталось так вон и соте пятачок. Между двумя сотами внутри, вот буквально. Я их оставил в улье. Думаю, не помешает рейку зайти. Рой большой, то сзади. Будем матку сейчас ловить, шукать.
Лето выглянуло, солнце. Вот я такую заглушку деревянную сделал на эту клеточку. Надо ее еще немного шлифануть, чтобы залезла хорошо. Можно запихнуть так. Потом сюда подсадим карнику матку, когда будем менять. Старую задавим, подсадим карнику, чтобы пропитала запахом. И положим улей, посмотрим на поведение пчел. И уже будут принимать, если так залепим лощинкой вверх, поставим между рамок, они выпустят сами. Ну, а сразу между рамок поставлю, чтобы вдруг кормить не будут, так доступ меда к матке был. Доступ к меду. Ну, будем думать, что хорошо подселение пройдет. Я за 3 дня уберу матку старую, думаю, чтобы они почувствовали, что матки нету. А потом уже сюда подсажу к мертвой матке молодую, и уже тогда засыплю. Это засыплю, говорю, и уже тогда лощиной залеплю. Так постоит, да приняли, что главное. Словил я матку. Не знаю, плотка, не плотка. Наверное, плодная все-таки. О. Матка красива, конечно. Ну, посмотрю. Вдруг я опустил с этого улья уже роедок. Не буду спешить решетку убирать. Матку сейчас я закрою. Чуть не утекла с руки. Так. Я хочу клеточки кусок лощины достать. Остался с того сезона, чтобы... О! Ну что, матку запускаем, клеточку. Так, приставлю к руке, она в руке у меня сидит. О, все, матка закрыта наша. Вот она. Видно, ходит в клетке. Ой, чуть не выскочила голову, чуть не от этого не прижал. Так, все. Надо ее закрыть, как-то нам. Пытается выскочить с клеточки. Почувствовала, что заперли. О! Все. Сейчас я эту заглушку поставлю. Матки.
Вот она ходит, матка наша. Большинство на что закрыли. Все, заглушка плотно сидит сейчас. Закрыли. Сколько год пчелами занимаюсь, клеточек даже нема толковых. Было пару, да когда с матками. Это у нас самодельная клеточка. Я позагинаю. То пчелы были даже от клеща полоски с ульи выносили, если хорошо не закрепить. Думаю, чтобы заглушку эту не выгрызли. Деревянно. Все. Матка поймана. Красивая, конечно. Но что-то она не похожа на старую плодную какая-то. Ну, матка молодая, с того года. И лапки светлые. Красивая, но все равно будем менять. Можно, Лив. Матку? Ну. Красивая. Все равно заменю. Ты не заменяй, пускай такая работа. А? Я бы не заменял. Не заменяй. Какая семья, сейчас ей работа тебе работает. Здесь работает через 5 месяцев, сколько уже? 8 приезжает. Как ты думаешь, он будет? Посели. Ого, весь котов вырвал. Это я выбрасываю. А куда? Положи, пускай лежит. На что это? Эта матка худенькая, а может она не плодная. Хотя она урадна. С того года. Вот сюда. Ой. Красивая матка, не худенькая она. Нормально? Конечно. Ну, где это у деда пчел? А уже все равно знаю. Уже не убрали. Четыре. Килограмма? Угу. 3800, да? Ну, 8200, а пустая 4600. Это сколько? 3800. Вон на клетку все пошли. Так не ставь там. А можно ее улей. Они вверх и пойдут. А улей можно уже положить. Ну так и положи. Пускай они тихенько. Будет улей, они сразу и пойдут туда. Помоги крышу снять. Прими доски. Да,
там открыл все. Что? На ущерб. Если бы в прополис убрал, она бы пустила. Там же в прополис станы там. Конечно. Ой, хай лежит. Будет скоро делать. Не видно. Иди крючок этот повесь на одно место. Матку поставили улей. В отверстие для подкормки на потолочной. Не надо. Та Сергей маза строй. Открой верхний, так они же быстрее будут идти. За низ запечатать полностью. Да, чтобы матки больше какой не было. Да не будем уже. Прохладная матка. Красивая. Но все равно и замене. Не для того я его сажал. Как раз вот через неделю заменю. Мы уже давай димар расставим. Не надо им димар. Да. А так гляжу, она тут хоп, бегает. Да ч не задавил клеточку. Она выскакивает себя пальцами. Еще и удача вот такой массе пчел разглядеть. А поверху. О, пчеловодка. О, кошка-пчеловодка наша. Пчелярка, что-то глаз прижмує. Вона вже утекала отсюда раз. То кошка ерунда, Шерик заходит. Так с ними это уже надо было пчеловодку. Шерик заходил весной и баловался с пчелами. А я-то думаю, что тут такое столпотворение. Ты еще разрешетку, мама моя. Я не снимешь уже. Ну что ж не снимешь, он разгребит да и снимет. Да. С одного бока да и... Матка ж плодная, снимай. Кошке скучно, пошла кричать. Так они сразу и зайдут, а то мучаются.
большая ямочка. Там нигде больше? Нет. Где-то ще. Да шито она. Не-не-не. Не задержит гвозди. Не дави. Вот. Пусти. Опа. Кошка не отступая, опять он пришла. Вот они сейчас. Дым, а? Дым, дым, дым. Он злая мне. Так. Сховалась кошка, наблюдая только. Она любит наблюдать за пчелами. О, пошли. Гвоздик. Где-то еще тут гвоздик есть. Ну, это не сейчас. 10 минут дальше. Ну, это я забитая, потом вытащу. Угу. Это сверху. Да не будет здесь больше маркета. Да, вот так, мне... подгоняй. Не надо, не будет. Загоняем быстрее, чтобы шли. Не трогай. Грязь загоним их быстро. Пошли. Молодая матка. Скоро будет. Вот именно. Собираться ее заменить. Так заменить уже будет. Молодая сыта. Идите, девчата. Работать. Выбери эту. Или все рука допустишь. Подворушу их, чтобы быстрее шли. Слетели уже. А то не надо, не труси мусор там. Да нет, там мусора куча. Ставлю соты, да. Так со старых сот мусор. Так. Все, пчелы почти зашли. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.